Жак Ширак был воплощением всех противоречий французского общества. И один из главных его парадоксов заключался в том, что он царил среди правых, но никогда полностью не принимал их идей, пишет издание «Le Figaro» в статье, посвященной покойному экс-президенту Пятой Республики. Гигант французской политики скончался в возрасте 86 лет. За многие годы состояние здоровья Жака Ширака серьезно ухудшилось, что было особенно заметно летом 2011 года. Он досконально знал политику и записал на свой счет не один рекорд на этом непростом пути. В течение 40 лет Жак, словно закаленный боец, был ключевой фигурой французских правых, вел неустанную борьбу с левыми и нередко собственным лагерем. Во время второго срока Жак Ширак достиг пика популярности, когда возглавил противников войны США Джорджа Буша в Ираке. Правда, провал референдума по проекту Европейской Конституции в 2005 году бросил тень на этот мандат. Тогда Ширак сделал упор на ключевых для себя темах – единство французского народа, терпимость, светское государство, помощь Африке, устойчивое развитие и диалог культур, перечисляет автор статьи. С этими задачами экс-президент справился с переменным успехом. Претендовать на третий президентский срок он не стал. После ухода из Елисейского дворца он оставил политику, за исключением заседаний Конституционного совета. Чтобы не скучать на пенсии и продолжить служить по-другому, он создал фонд Ширака для диалога культуры мира, который вручает ежегодную премию за вклад в предотвращение конфликтов, подытоживает «Фигаро». Осуществить выход Великобритании из ЕС 31 октября 2019-го, чтобы консерваторы смогли руководить Британией до следующих выборов середины 2020-го. Таков был план Бориса Джонсона, однако он провалился. И это можно объяснить одним серьезным просчетом, пишет издание «Политика». Когда больше месяца назад депутаты парламента вернулись в Вестминстер, на Даунинг-стрит рассчитывали, что оппоненты премьер-министра добьются успеха и примут новый закон против жесткого Брексита. Тем самым поставят под угрозу обещание Джонсона вывести Британию из состава ЕС 31 октября, во что бы то ни стало. Новый закон дал бы ему оправдание для проведения выборов в середине октября, то есть до Брексита, пишет автор. Уловка почти удалась. Депутаты надлежащим образом проголосовали и заблокировали жесткий Брексит. А Джонсон, демонстрируя огромное нежелание, заявил в ответ, что выборы теперь являются единственным выходом. Но потом, по мнению издания, случилось нечто такое, чего не было в сценарии. Лидер лейбористов Джереми Корбин не дал премьер-министру парламентское большинство в 2/3 голосов, необходимое для назначения выборов в соответствии с британским законом. Это заставило Джонсона перейти к плану «Б». Он предпринял попытку заключить сделку с ЕС до 19 октября, чтобы не нарушать свои обещания и не просить Брюссель об отсрочке, чего требует новый закон. Пишет издание, отмечая, что отказ лейбористов проголосовать за выборы стал определяющим стратегическим просчетом Джонсона на посту премьера. И теперь это чревато далеко идущими последствиями. К примеру, если Джонсон не сумеет договориться с ЕС к 19 октября, он может встать перед выбором между не лучшим сценарием выхода без сделки и радикальной альтернативой – подать в отставку, чтобы не вводить в действие принятый в этом месяце закон с требованием об отсрочке Брексита, интригует автор. К слову, Даунинг-стрит это публично исключает. Логика таких действий в том, чтобы уступить место переходному правительству, которое попросит отложить Брексит, а затем назначит выборы. Джонсон, при этом сохранивший свою непорочность в вопросе Брексита, сможет провести тори на выборы, ослабив в какой-то мере влияние партии Брексита на голосование консерваторов, предполагает напоследок издание. Шведское издание Svenska Dagbladet разместило у себя на страницах несколько примеров захватывающего строительного искусства, которое не поддается законам гравитации. Внимание читателей издание обращает на здание One Central Park в Сиднее, построенное в 2013 году. Со своими вертикальными садами и, на первый взгляд, парящими в воздухе отражающими экранами, оно стало блестящим примером инновационной архитектуры, полета инженерной мысли и зеленого экологичного мышления, рассказывает журнал. Интересным архитектурным творением считается музей на перевале Тимельс в Австрии, прямо на границе с Италией. В 2009 году местные жители праздновали 50-летие автомобильной дороги, и архитектор Вернер Чоль в честь этого получил задание создать музей и туристический центр. В результате появился этот, словно парящий в воздухе бетонный ящик, который изнутри напоминает ледяную пещеру. Еще одним произведением искусства по праву можно назвать музей завтрашнего дня в бразильском Рио-де-Жанейро. Здание, которое будто взмоет ввысь, создал испанский архитектор-неофутурист Сантьяго Калатрава. Оно нависает над землей на целых 75 метров. Это не первая попытка бросить вызов архитектурным нормам. В Праге, рассказывает издание, есть танцующий дом, строительство которого завершилось в 1996 году. Поначалу дом сильно критиковали, но с годами он стал одной из самых известных современных достопримечательностей города.